Народ, всем привет! Сегодня для вас я подготовил топовую платформу, способную помочь в предоставлении финансовых услуг для решения проблем с доходами и активами. Имя этой платформы – PayPDM. PayPDM – это децентрализованная криптофинансовая фирма, работающая как онлайн-финансовый сервис, который поддерживает стандартизацию использования криптовалюты в инвестировании, кредитовании, азартных играх и недвижимости, а также в качестве электронной альтернативы банковским фиатам. Несмотря на существующие проблемы, PayPDM предлагает решения во всех отношениях. Цель состоит в том, чтобы иметь открытую финансовую систему, в которой бы были безграничные возможности как для сообщества, так и для самой фирмы. PayPDM создали финансовый инструмент под названием FinTrade, и он специализируется на финансовых операциях, главным образом с диверсификацией валютных и криптовалютных активов. FinTrade – это децентрализованная финансовая служба, которой никто не владеет, даже сама фирма. FinTrade был создан как надежный способ инвестировать в криптовалюту для получения прибыли для фирмы PayPDM и ее сообщества. Стартапы, работающие на основе блокчейна, в большинстве случаев испытывают трудности с привлечением средств. В случае с PayPDM, то компания находит подходящий стартап, который имеет потенциал роста, и финансирует его. Благодаря этому приносит доход как компании, так и его сообществу. PayPDM не стремится зарабатывать в одиночку. PayPDM – это сервисы на базе сообщества. Доходы PayPDM в основном для держателей их собственной криптовалюты и трейдеров. PayPDM Coin – это цифровой актив сообщества в сети PayPDM, и компания переводит 30% от общей прибыли сообществу. Есть возможность также торговать PYD монетами на биржах и получать прибыль. Все криптовалюты в PayPDM хранятся в холодном хранилище, которое также защищено от вредоносных программ. Средства и данные пользователей застрахованы и защищены. Каждый член сообщества PayPDM получает хороший доход, ведь держатели токенов получают часть прибыли от компании в каждом квартале. Обладая компетентностью более 2 лет, компания предлагает сообществу низкий риск и выбор защищенного инвестирования. PayPDM предоставляет своему сообществу возможность легко использовать любой из своих сервисов одновременно, быть частью великой фирмы, где мнение пользователей имеет приоритет. Также компания выступает как простая криптокредитная платформа, на которой можно предоставлять криптовалюту без залога, используя быструю проверку и простую идентификацию. Также на платформе присутствует возможность заработка в виде постмайнинга. Так как компания выделяет 50% от общего количества монет участникам сети и распределяет 30% от общей прибыли компании в каждый квартал. Что касается продаж монет, количество токенов, выделенных на продажу, составляет 400 миллионов. Принимается только 2 криптовалюты – эфириум и биткоин. За 1 эфириум можно приобрести 2000 токенов. Минимальная сумма покупки на 0,1 эфира. За 1 биткоин 80 тысяч с минимальной покупкой в 100 тысяч сатош. Друзья, на этом мой обзор подошел к концу. Если вас заинтересовала компания или у вас возникли трудности и вопросы, пишите в комментариях под видео. Всю необходимую информацию я оставлю там же. Всем пока, всем удачи.